Загадочная земля древнего Туркестана. Край легенд и преданий. Перевал Каракас. Одно из уникальных творений природы. В далекие времена жестокий хан совершил набег на мирное поселение. 40 самых красивых девушек враг пожелал взять себе в качестве наложниц. Однако гордые девушки предпочли смерть и сбросились с высокой скалы. Этот героический поступок увековечила природа в виде каменных изваяний, напоминающих стройные человеческие фигуры. Дышащие камни Казыгурта. По легенде, 40 невидимых ангелов Гаип-Ерен, Харакшильтен сопровождают людей через испытание двух дышащих камней. По преданиям, праведный человек с чистыми помыслами без труда проходит этот путь. Но камни могут и не пустить человека. Легенда о пещере Жалаган-Ата. По стародавним преданиям, бездетные пожилые супруги обратились к Всевышнему с просьбой послать ребенка. Всевышний поставил супругам условие — 7 лет носить матери своего долгожданного ребенка в кожаном мешке. Но женщина не выдержала испытания. И в тот же миг еще нерожденный младенец выпорхнул, будто ангел. Убитый горем отец малыша горько и безутешно рыдал. На том месте и возник водопад из его слез. Таинственная пещера Ак-Мечеть. Предание гласит, что в давние времена здесь была пещера дракона, который нападал на людей и скот. Когда дракон расправлял крылья, то задевал края разлома и постепенно увеличивал его. Но однажды пришел в эти края пророк Сулейман и посадил чудовище на цепь. Колодец Укаша-Ата. По преданиям непобедимого воина Укаша не брало никакое оружие. Но враги узнали, что батыр становится беззащитен во время утренней молитвы. Они подкараулили воина и отсекли ему голову. На месте, куда упала голова, возник колодец. Легенда гласит, что вода из колодца дается тем, кто сумел духовно очиститься. Открой для себя страну легенд и преданий. Древний Туркестан.